А это мы на моем балконе. У меня здесь летом росли помидорчики, огурчики, даже кабачочек один. Лучок, конечно, зелени много, но вот это последнее, что осталось, потому что уже середина, почти середина ноября. Базилик, вот он уже, правда, совсем замерзший, но я его оставил исключительно для семян. То есть вот они. Запах великолепный. То есть я сейчас вот буду собирать с него семена. Это кинза. Вот, видите, вот они, семяночки, кинзы. Они еще не созрели, вот пусть дозревают, если не успеют. Я даже могу перенести их на подоконник в комнату. Укропчик, ну это так вот просто. Не потому что нужен, но пусть растет. И, на удивление, выросла в ящике морковка. Вот спрашивают, а может это вырасти или то в ящике? Да все что угодно, даже морковка, несмотря на то, что для морковки-то много земли надо. Ну давайте сейчас проверим, что там выросло. Итак, вот морковка, смотрим ее. И осторожно. Вот такая вот морковка. Коротенькая, ну ничего, для кухни. Пойдет, да, видите, не хватило места, вот поэтому она такая вот рогатенькая получилась. Но все равно вкусная морковка, великолепная будет. Все, пойду помою, почищу и похрущу городской балконной морковкой.